Задача сотрудника отдела продаж – выслушать каждого клиента и сориентировать его в том, что его интересует. Продемонстрировать как можно большему кругу заинтересованных лиц возможности и потенциал нашей компании. Мы смотрим в будущее, оно зависит от нас. У меня есть возможность сделать свою жизнь лучше. Именно поэтому я приду на избирательный участок и сделаю свой выбор. А вы?